В Ханты-Мансийске открылась выставка «Дадим больше рыбы Родине». Мероприятие посвящено людям, которые отдали свои силы и десятки лет жизни рыбной промышленности округа. Их труд помог развитию рыбной отрасли в период становления Югры, в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Вся история народа северной столицы отразилась в архивных документах, которые хранятся с 1930-х годов. Познакомились с ними ученики одной из школ Ханты-Мансийска. Окунуться в историю может каждый желающий. Для этого достаточно зайти на сайт Государственного архива Югры. Там выставка представлена в онлайн-формате. Мы использовали фонды нашего архива, фонды рыбоконсервного комбината, Ханты-Мансийского рыбопромышленного треста, потом фонды рыбак-колхоз-союза, который был в это время, и газету «Самаровская трибуна».